Всем христианам Азербайджана, смотрите внимательно. Вас, живущих в Азербайджане, ни во что не ставят. Унижают ваши кресты, ваши святыни и ваши иконы. Потому что мы, христиане, единый народ. Вашу все, все святое ебал. Я вот ваши вот эти святые, блядь, иконы есть. Я вам каждую жопу запихаю, суки, блядь. Я буду кончать на ваши святыни. Я буду срать на ваши могилы. Услышали меня? Вот жопа есть, напишите мне что-нибудь. Я ваши могилы топтал. Ваши кресты, потому что ваши могилы будут в жопу вашим мертвым тоже сувать, блядь. Чтобы, не дай бог, встанет сукин сын, блядь, ублюдок. Горхмас Гейдаров. Очередной азербайджанец, который очень низко себя ведет. Мне вот интересно, работники партии имеют право в Азербайджане вот таким вот способом делать прямые эфиры? Мне кажется, ни в одной партии это не приветствуется, тем более в твоей партии наверняка тоже есть христиане. Я надеюсь, после этого все христиане, которые находятся в твоей партии, послушают, куда ты кресты засовываешь. Я не видела еще ни одного армянина, который состоял в какой-либо партии, чтобы говорил: «Я ваш Коран вам в жопу засуну». Вы что, умалишенные? Или вы кто такие вообще? Что вы себе позволяете, твари? Что вы себе позволяете? Да, и еще. Могилы твоих шахидов тебе ближе. Иди топчись и сри сколько хочешь. Мы не против. Вот первым делом, когда ты такие вещи в интернете делаешь, ты срешь и топчешь могилы ваших шахидов. Потому что такие, как ты, прекрасно знаете, что ответка от армян в сторону шахидов будет. И виной в этому вы, конченые мрази. Хари отрастил в белой рубашке. Герой, я вас то, я вас это. Да я уверена, ты встретишь хоть одного армянина, обосрешься на своей же могиле. Я надеюсь, твое начальство все это увидит. Я прям вот очень сильно постараюсь, чтобы твое начальство вот это все видело. И ты, когда мразь армян фашистами называешь, посмотри на свои поступки и на свою страну, кто фашистам помогал во время Великой Отечественной войны. Фашисты грёбаные. Такие твари, как ты, не имеют права существовать в каких-либо партиях. Куча дерьма, сборище в одном кабинете. Чем вы там занимаетесь? Вы – лицо своей страны. Ты сегодня показал лицо своей страны. И пусть твоему правительству будет стыдно за таких вот баранов, как ты. Вот ваши дети будут, только ваши вот дети будут рождаться, из матки будут вытаскивать, им голову отвинчивают, чтобы ублюдков больше на этом свете не было, блядь. Не портили бы эту красивую землю. Не портили бы эту святую и священную. Головы, да? Такие твари, как ты, только на это и способны. С маленькими детьми бугай решил расправиться. Серьезно, аля. Смотри, чтоб твоя голова после этого на плечах осталась, потому что ты слишком много лишнего сказал. Я попрошу всех христиан Азербайджана обратить внимание на эту тварь. На эту тварь, которая оскорбляет все христианство, крест, святые иконы. Я вас попрошу, будьте бдительны и смотрите рядом с вами, кто работает.